Вітаю всіх, хто зараз приєднався до нас. Гість телеканалу АТВ Вадим Рабінович, народний депутат України. Доброго дня. І вам також. Вадиме Зіновичу, почну з вашої цитати. Будь ласка. Всі, хто побував при владі останні 10 років, слід законодавчо відсторонити від влади. В той же час опозиційний блок створив тіньовий уряд у Верховній Раді і, можна сказати, також рветься до влади. Смотрите, слово «рвется до власти», оно вообще понятное для всех политиков. Почему ты идешь в политику, если ты не хочешь прийти к власти? Это глупость какая-то. Это все равно, что играть в футбол и стоять возле ворот. Нонсенс. Поэтому каждый политик, который идет, и политическая сила, она хочет набрать, и это нормально, иначе ей нечего туда ходить. Что касается 10 лет, о которых я говорил, смотрите, ну, давайте вообще не думать, что я сказал, давайте сами подумаем. Мы уже провели так называемую люстрацию, да, в результате которой пострадало какое-то количество профессионалов, 5-6 человек реально задействованных в каких-то нехороших делах, а в остальном это было просто как бы, ну, такое очередное вымогательство денег. Все, кто могли заплатить, проскочили. Что бы мы ни делали, что бы мы с вами сели не придумали, кума я все равно не смогу люстрировать. И это украинская система, и тут ничего делать. Поэтому везде, где человек общается с чиновником, с люстрацией или с номерными знаками, или с чем, это будет коррупция. Поэтому я предлагаю очень простой вариант, доступный всем и понятный всем. Вы были у власти, результаты мы видим с вами. Ну, отдохните. Даже если ты хороший человек, ну то ты радуйся, сядь там себе и отдыхай. Но вместе с ним уйдет 90% мерзавцев, которые не смогли строить страну. Мне все равно, почему, кстати, многие говорят, там коррупция. Я не знаю, или они коррупционеры, или тупые, или дурные, чего-то бога в них так, да? Но они не могут. Вот если ты не можешь, он старается и так, что ты стараешься, если ты не можешь? Поэтому пусть они отойдут. И когда говорят, что надо привести людей из Грузии, из, я знаю, там, с Литвы, с Латвии. Знаете, как бы, я задаю всегда один простой вопрос, да? Давайте вообще украинцев увезем отсюда, да? И завезем тут одного с Ганы, одного с Зимбабве. Ну нельзя, так не поступают страны. Растят национальную элиту. Должна быть элита. Не может, ну он так легко, вот, например, привезли к нам министра там, или губернатора. Он взял, вот мой паспорт моей страны, я тут буду за 3000 гривен наводить у вас порядок. Ну что, у нас клепки уже нема, что ли? Ну чего он сюда приехал за 6000 гривен? Он проникся патриотизмом к Украине, имея паспорт Грузии, который он за 5 секунд отдал. Ну что, все, вот есть такая песня, у нас в Одессе это не едят. Да? Но это не может съесть ни один здоровый человек. А у нас больное общество сегодня, послереволюционное, послевоенное такое, или перманентно военное. Оно не, вот пришел мессия, вот, одна, вот мы ничего не будем делать. И вот теперь, наконец, пришел там какая-то Саакашвили, Рабинович, там кто. Да, это бред. Надо работать всем. Надо понять, в какой ситуации мы находимся. Поэтому 10 лет все, кто находились у власти, в исполнительной власти, в кабинете министра, в администрации президента, в этих губерниях, всех должны уйти. Я не могу такое сделать в отношении депутатов, хотя это было бы тоже, потому что это уже воля народа. Тут не может быть воля одного человека больше. Но народ должен, когда идет к избирательным урнам, он должен свою люстрацию провести. Но только уже один раз и до конца. То есть гипотетически, если мы представим, что, скажем так, через несколько лет оппозиционный блок приходит в классе, то вы вот своему коллеге Юрию Анатольевичу Бойко скажете, вы только на правах консультанта, мы вас в кабинет министров не возьмем. Я познакомился с товарищем Бойко, когда пришел оппозиционный блок, и должен вам сказать, что если будет принят такой закон, он с радостью и гордостью покинет всякие горизонты и будет заниматься или парламентской деятельностью, или детей воспитывать. Какая разница? Смотрите, вы не думайте, что это такой большой кусок. Я когда вот в этой политике покрутился, это такой поганый кусок хлеба, такой пакостный, гадостный. И я вам скажу, что у меня очень серьезные вопросы вот моего пребывания в парламенте. Я считаю, что я не могу ничего там сделать, потому что сегодняшняя власть, она оппозиции вообще не дала никаких прав. Тиран Янукович дал им 11 комитетов. Демократия не дала ничего. Законы, которые я подаю, и вы знаете, они не принимаются. Я начинаю думать, что я ем просто чужой хлеб. Я ем хлеб незаконно, и я не могу исполнять волю избирателей. И сейчас вы посмотрите, я сделаю ряд демаршей в отношении того, что я не могу. Если они все-таки продолжат не работать, я не буду держаться ни за Майдан, это ни за какие. Мне это, вот, слушайте, мне, честное слово, не так построена моя голова и мои амбиции. Я считаю, что если ты не можешь принести пользу людям, нечего тут сидеть. Я подал законопроект, смотрите, они не выносят ни один мой законопроект. Знаете почему? Вот они борются с кнопкодавством, да? Да. Я подал законопроект, уголовная ответственность за кнопкодавство.
раз под стол. Они борются за права людей, чтобы люди хорошо жили. Я подал законопроект. У вас у каждого по кабинету на банке вот такой. Мне не нужен такой кабинет. Давайте сядем 3-4 депутата, чтобы вы там такие раз в туалет зашли туда. Я сказал, давайте отдадим людям комитеты. Я пришел в Феофанию, посмотрел. Десятки врачей, аппаратура. Они пустые. Что такое? Ждут, когда я туда приду. Да ну слушайте, мне стыдно там лечиться, я не пойду туда. Отдайте Феофанию людям, пострадавшим в конфликте. Все законы я эти подал. Они как видят, они мне вначале пытаются намекнуть, что нельзя сук рубить, они мне говорят. Я говорю, это вы, можно вас сук рубить. Да? И смотрите, они ничего этого не делают, потому что это банда. Когда люди туда попадают, у них сходят с ума они. У них как-то этот купол у них на голове становится. Они считают себя уже небожителями. Они начинают рассуждать именно народа. Спускаются в столовую. Там 6 столовых, я вот всегда рассказываю, которые, оказывается, кроме депутатов, там только депутаты должны кушать, потому что в тех ты ходишь с таким подносиком, а депутат не может сходить, по нему 6 столовых построили, где он сядет, этот пузо чешет, ему носит. Ну, люди, ну это стыдно в разворованной, разграбленной стране. Поэтому я не знаю, все, кому не стыдно, да, они прокаженные там, я считаю. Есть определенное количество людей, которым, наверное, это стыдно. Ну, и вот это хорошие люди, вот их надо и оставлять. С кем вы общаетесь в Верховной Раде? В Верховной Раде? Да. Вот я вообще ни с кем не общаюсь в Верховной Раде. Я со всеми дружу. У меня все друзья, я со всеми разговариваю. Но общаюсь, слово общаюсь, я с микрофоном. Я вообще мало обращаю внимания, как голосуют те или те. Я считаю, что вот то, что моя совесть подсказывает, выносили Клюева. Я один проголосовал с оппозиционного блока за привлечение, потому что я считаю это правильно. Другое дело, что потом, благодаря моему голосованию, или там все, кто голосовал, с него получили деньги, отпустили его. Я стал участником ракетирской группы по выбиванию денег из Клюева. Да? Вот это мне стыдно. Но на самом деле вы все видите результаты работы. У меня очень всегда простой тезис. Да? Вот все, что нам рассказывают, это опамороки забыты. Вот ты посмотри, пришла новая власть. Хорошо. Год я прожил. Все они будут рассказывать, не хочу слушать. Лучше стало мне или хуже жить? Если мне стало лучше жить, это власть хорошая. Если хуже, это власть плохая. А если мне очень плохая катастрофа, я эти слова уже говорил, я не буду их повторять, тогда какая власть? Вот и все. Поэтому нам надо так подходить. Да, может быть, какая-то эмоция, пришла такая власть, такая революция. Все может быть. Год отработали. Мы живем хуже. На пенсию всех. На пенсию. А если так разворовывают, как сейчас, ну, слушайте, ну что это, ну так же тоже нельзя. Что это за революция гидности, которая принесла воров, которые вообще не стесняются под корень уничтожать государство? Ну, это не Украина, это не то, что мы мечтали. Знаете, вот в принципе, когда начинаешь анализировать, ну, к сожалению, получается так, что когда мы начинали жить немножко лучше, мы шли на Майдан. Когда нас давили по-черному, мы молчали. Это коммунистическая система. Знаете, пока люди бегают в поисках за куском колбасы, да, они обычно никуда не идут. Ну, значит, наверное, наша власть взяла такую же коммунистическую идеологию. Но, смотрите, все равно социальные какие-то группы. Я вам приведу пример город Сумы. Хорошо? Да, вот интересно. Я вам приведу, я скажу, вышло мелочи разные, да? Вот пришла у вас общественность в городе, подняли они маленький шум и отстояли стадион на Якира, да? Который не продлили, у вас там какая-то женщина вместо там строила. Смотрите, это маленькая победа, но вы отстояли какую-то, потому что вы собрались, вы вышли, вы не побоялись, и вы чувствовали, что вам это интересно. Сейчас у вас тарифы подняли, по-моему, позавчера или несколько дней назад на проезд в транспорте с 3 до 4 гривен. Я уже читаю, как люди говорят, давайте собираться что-то. И я вам скажу, если бы они насмерть стояли, они бы вернули 3 гривны. То есть, понимаете, социальная активность нужна, она должна быть направлена на очень понятные и простые вещи. Ведь смотрите, что происходит у вас. У вас был крупный, я даже не крупный, это машиностроительный гигант был Фрунзе, да? Да. Если вы помните, в нем работало, занято было около 22 тысяч да, человек. Абсолютно правильно. Да? Теперь смотрите, что у вас сегодня. У вас сегодня 8,6 работают. Задолженность за зарплаты около 30 миллионов. Ну что же это такое? Причем, смотрите, какие простые вещи. Пусть они не возвращают Фрунзе и НДС за прошлые абсолютно годы. Верни НДС, за 2 года людям выплатят зарплату. Вы же эти НДС, посмотрите, возьмите перечень НДС. Они возвращают своим всем, кто с ними работает, НДС сегодня. А завод Фрунзе не получает, в результате мы имеем катастрофу. Потому что, ведь вы же не забываете другое. Ваш Фрунзе наполнял местный бюджет. А сегодня местный бюджет дыра на эту сумму. То есть понимаете, какие тупые они люди. Вместо того, чтобы поднять возможности и попытаться раскрутить производство, они считают, ну выгоним там 100 тысяч, 200 тысяч, какая им разница. Да не так это все. Начинают образовываться дыры в городских бюджетах. Начинаются образовываться безработица. Вам же надо, ну понимаете, нами управляют, я всегда говорю, тупые, бездарные, вороватые менеджеры. Вот и вся проблема наша. Я не знаю, понимаете, мы как в коммунизм возвращаемся. Я могу опять же привести ваш пример. 30 апреля 2015 года
в Шостке было разлитие радиоактивных отходов. Значит, как я разговаривал с экологами, это вопрос, и в любой стране Европы, это была бы чрезвычайная катастрофа, это был бы объявлен бы Шостка зоной бедствия, туда выделены колоссальные деньги. У нас что? У нас, во-первых, как всегда, 2 недели вообще все молчали. Мало ли, как дети там ходили, люди, ну это же безумцы какие-то, вы понимаете? Поэтому теперь смотрите, последствия этой экологической катастрофы перекладываются на местный бюджет. То есть это не управление государством, это снятие сливок. Нам обещали, что у нас будет децентрализация, а то, что они придумали, это снятие сливок со всего, а потом вот говорят, вот дом старый, мы вам отдаем, вы хозяева своего дома. Подождите, но я платил налоги 20 лет вам, а дом старый, кто его будет ремонтировать? Ну вы и отремонтируете. Ну так, так уроды даже не поступают в завоеванной стране, понимаете? А тем более в своей. Поэтому как я могу считать их нормальными людьми? Я считаю, что это люди ненормальные. Это люди непатриотичные. Они кричат, выходят, рвут на себе рубаху. Вот здесь татуировка у них такая с трезубом. А на самом деле это самые большие враги Украины. Вот и все. Путин во всем у них виноват. Во всем виноват Путин. Украли 7 миллиардов, Путин виноват. Это чешут пузо вот такой разжевшись. Говорят, Путин виноват. И отрыжка идет такая. Ну, слушайте, я смотреть на них не могу. Я не понимаю, почему не возбуждено ни одно дело по 30 случаям колоссальных. Это за миллиард то, что говорили в хищении. Вы понимаете, люди, мы вообще не просили ни у кого денег. То, что даже они сами признают, что они друг у друга украли, достаточно, чем больше, чем бюджет Украины. Вот смотрите, как только они сбегают в очередной раз, оказывается, что они украли сумму совокупного бюджета. Ну мы же все это знаем. Я говорю, что надо закон принять, забрать у них паспорта для начала. Потому что уже видно, что они все сбегают, ну подряд. Ну заберем паспорта, если ты честный человек, работай без паспорта. Ну сейчас вроде президент обратился к Верховной Раде о том, чтобы не выпускать коррупционеров под заставу. Что, деньги кончили все остальных? Ну выпустили уже, у Чернышов судья. Неужели непонятно, что если вы его арестовываете, говорите, что завтра арестуют, что он ночью убежит? Вот нам с вами понятно, а специалистам из МВД непонятно. Ну конечно, тупые они тогда. Но я же не верю в это, что они тупые. У них глаза честные такие, хорошие. Значит, они не тупые, значит, они умные, наглые взяточники, которые демонстративно на всю страну придушили человека с большими деньгами, который воровал перед этим крупно. Сейчас сына его забрали. Сегодня выпустили сына за 3,6 миллиона. Объясните мне, а может он дать происхождение этих 3,6? Так что получается, я пошел на наркоторговлю, открыл, поставил здесь мешок, ко мне приходит, а на тебе 3 миллиона гривен, на тебе 3, и сижу продаю. Ну мы что, мы государство или какая-то банда? Банда. Потому что в банде правит закон, извините, в государстве, а в банде сила, вот и все. И круговая порука, это и есть банда. Это не оскорбительное слово. Это система управления государством, когда всем правит круговая порука. Но вы же знаете, что это так и есть. Значит, банда. Значит, мы превращаемся в банду. Все. Насколько оппозиционному блоку важны местные выборы? На вещи собаки кистка. Знаете, но без местных выборов, без опоры на местные советы, без своих людей в местных советах партия виртуальна. Это виртуальная. Я думаю, что для нас это очень важно. Я понимаю, что сейчас, вот смотрите, сегодня опять отменили парламент. У нас все в стране так хорошо, сегодня парламент опять не заседает, вчера не заседает. Почему они там не могут поделить никак до конца? Уже сегодня мы спрашивали, сегодня согласительный совет, ну почему не заседаем? Миллион вопросов стоит в стране. Ну, ночью не договорились. Мне вообще удивительная какая-то, знаете, вот почему ночью они все время договариваются? По-моему, ночью, здоровые, да? Только ночью они работают. Здоровые, нормальные люди, по-моему, работают и живут днем. А ночью живут какие-то странные люди. Все ночью, да, ночью советы, ну, видно, такая-то, как сказать, оттуда натура идет. Так вот, смотрите, они ночью вчера не дошли до Висновку, як це буде. Сейчас, причем они решают наш, рассказывали об открытости, что они только не рассказывали. Сейчас они что говорят, ночью не дорешали, сегодня проспимось и все дорешали. Вот они ночью проспятся в кулуарчике в коалиции своей, которая стоит над Украиной, которая сегодня важнее всех. Они что говорят, сохранить коалицию. Хрен с ним с Украиной, они хотят сохранить коалицию. Ой, вы знаете, что-то такое оно робится, да? Что якось у них щось воно не так. Я, вот смотрите, я дал законопроект запретить водку в этом парламенте. Я вот уже рассказывал, я честно думал, что они, может, с пьяных глаз это все творят. А сейчас я смотрю, хуже стало, хуже. Глаза злые, трезвые, да? И принимают такие законы, что я уже думаю подать законопроект, может, все-таки им с утра наливать что-нибудь. Потому что ну, невозможно то, что они творят в трезвом виде. Поэтому может на психику проверять. Я вот опять же всегда говорю, просто повторюсь. Пилот самолета проходит психиатрическое исследование. Потому что он ответственен за 100 пассажиров.
Но эти люди ответственны за миллионы людей. Ну, вы их видели по телевизору? Вы же прекрасно по телевизору знаете, возьмите любого психиатра, посадите в суммах возле себя и скажите вот по физиомоторике, есть там невменяемые? Он вам назовет сразу десятка-два фамилии. А как же они нами, а мы же законы их принимаем. Как они орали все, что ходили с плакатами, кнопкодавству геть. А сейчас сидит, смотрит на тебя наглыми глазами, засовывает в рот себе это мороженое и голосует двумя руками. Но мы же их выбираем. Что тогда? Вы их выбираете. Я за них не голосовал. Я за них не голосовал. Послушайте, я уже достаточно грамотный человек, чтобы голосовать за нормальных людей. Я голосовал за себя. Хорошо, как мы должны объяснить людям, за кого они должны голосовать? Можно я объясню? Все говорят хорошо. Можно я объясню? И вы говорите хорошо. А я тоже говорю. Вы задали хорошо. Вопрос, я отвечу. Да. Смотрите, ни единого политика нет в мире, который садится у камеры и говорит: дорогие избиратели, выберите меня, потому что мне денег не хватает, хотелось еще куму помочь и украсть что-нибудь. Никто так не скажет, правильно? Все скажут: я приду обогатить вас, озолотить. Есть два критерия, по которым надо смотреть. Вот когда вы идете на базар и покупаете какую-то овощь, вы ходите, смотрите, присматриваетесь. Как вы выбираете, у кого купить? Ну, примерно по одной цене. Вы как-то... Слушайте, никто не ошибается. Почему, когда мы свои помидоры покупаем, ошибка почти исключена? А когда выбираем руководителей государства, гарантированно. Почему? Потому что, когда мы идем на базар, это касается нашего кармана, мы четко видим, что надо разобраться в ситуации. И мы видим по глазам, есть какие-то физиомоторика какая-то. Мы знаем, мы люди сердцем ведь чувают, да? А на эти, ну вот может, вот он что улыбнул, а то такое. Не о том вы думаете. Думайте о том, что вам продают помидоры. Люди добрые, вам на выборах продают помидоры. Примерно по одной цене. Неизвестно вам качество. Ну, вглядитесь в человека, как на базаре, и выберите. Выберите сердцем чего. Не то, что голосуй сердцем, я говорю, не тем сердцем, а вот тем настоящим разумным сердцем, которое есть у каждого украинца. И он всегда найдет себя великолепно. И не купит он сало у неправильного человека. А что же мы выбираем уродов? Вот я не понимаю. Скажите, с вами, как с оппозиционным блоком в парламенте, вообще иногда обсуждает, приглашает на заседание, коалиция? Никогда с нами не разговаривает коалиция. Они ни один закон с нами не принимали. Они ничего нас не поддержат. Мы ведем такую, ну, как вам сказать, жизнь. Посидим, посмотрим, что-нибудь проголосуем. От нас ничего не зависит. Мой значок не означает, что я власть. Я бесправное существо в парламенте. Да, почти как это, мул, знаете. Можешь сидеть, мычать и сделать ничего не можешь. Поэтому еще раз говорю, я даже законопроекты пока не могу. Но я вам говорю точно, и могу вам сказать вот тем, кто нас слушает, это либо кончится в этом году, либо я положу мандат. Потому что это издевательство над законом, над Конституцией. Есть закон Украины. Ну, отмените закон, по которому оппозиции положено 9 комитетов. И живите. Но нельзя жить беспрерывно неправовом пространстве. Все время правит то, что... Ну, а как он говорит? Ну, ты пойми, кабинеты там мы уже поделили все. Ну, вдумайте, вы что вы делаете? Людей не поделили вы, собаки? Что значит вы поделили уже? Понимаете? Каждый себя ветчевает, это вотчина его. Он приходит в Украину, вотчина его. А сейчас вообще появились там эти. Паспорт поменяют, и уже он знает, что надо делать в стране. Ты хоть роди здесь, или поживи немножко, или хоть научись разговаривать. Да, кстати, обидно, вот когда все-таки люди, которые пришли, говорят о правовом, о том, что мы в Европу, и начинается лжи, получается. Смотрите, это истерия. Это истерия. Все время кажется, что кто-то придет. Вот у меня вопрос, например, к Саакашвили. Он очень красиво говорит, замечательно, молодец. Но у меня простой вопрос с ним. Вот опять же, как на базаре с помидорами, да? Дорогой, вот я тебя послушал, ты хороший человек. Можно задать тебе два вопроса? Вопрос первый. Почему, если ты так хорошо сделал в своей стране, тебя разыскивает Интерпол за совершение уголовных преступлений, включая убийство, рэкет и все остальное? Неужели мы пристанище для уголовников всех стран? Это же страна, с которой у нас хорошие отношения. Это же Грузия, это наш партнер, друг. Они подали в Интерпол, просят о выдаче, мы назначаем губернаторов, министров, глава полиции сейчас будет у нас разыскивать. Ну что происходит с государством? Вы, люди, остановитесь на минутку и вдумайтесь. Что это за бред такой? Такое было при Петре Первом, он завозил немцев. Ну, там вообще люди мычать не могли тогда. Ну, мы же хоть умеем это делать, да? Почему они? Почему? Это первый мой вопрос. И второй мой вопрос. Богатый, зажиточный человек. Ну, мы же тоже все не идиоты, да? Значит, за 6 тысяч гривен отдает паспорт своей страны и приходит нам строить, положить жизнь за Украину. Ну, посмотрите в глаза мне и ему еще раз, да? Ну, что за бред такой? Ну, неужели мы настолько тупо наивными стали? Ой, ой, наконец-то! Что наконец-то? Еще один пришел высасывать это все, кровь эту. Смотрите, нету такого спасения, когда щелкнул, щука открыла рот,
Ванька на печи, ничего не делает, пироги в рот летят. Нет такого. У нас уникальная страна, уникальные возможности. Я сейчас вообще больше всего времени посвящаю одному. Мы очень много работаем с экономистами. Мне надоело уже это. Я и так знаю, что они уроды, дебилы моральные и уничтожают государство. Это мне уже понятно. Но критика, она, знаете, хороша. Но надо идти, выход из этого тупика. Вот мы сейчас разрабатываем программу, которая называется «Год». Да? Я вам скажу, я работаю с очень крупными специалистами. Я был сейчас во Франции, мы очень сделали очень интересное такое, экономисты высочайшего уровня. Я сейчас в Страсбурге был, только я не лез с ним, они там шли разговаривать, мы сидели с экономистами. Мы сейчас делаем программу, полгода стабилизация ситуации, и через полгода следующий год выход на прежние рубежи. Я бы это назвал спасение дураков. Да? Вот мы сейчас, не кризисная программа, а программа по спасению дураков, которые довели страну вот до такого. Причем тут меня не интересует Януковичи, Яценюки. Меня вообще фамилии сейчас не интересуют. Меня интересуют экономические механизмы. Я считаю, что в Украине есть ряд механизмов, которые могут привести моментально, стабилизировать ситуацию и привести к нормальному результату. В первую очередь, кто бы что ни рассказывал, никого не слушайте, нет других вариантов. Надо 2 года налоговые каникулы. Потому что бизнес средний и малый, есть бюджетообразующие. А сказки, которые нам рассказывают, что крупный бизнес купит у нас все и не заплатит налогов все равно. И пусть они это повторят себе и забьют себе, вот и на лбу выколят. Но средний и малый бизнес, если не будет, у нас страны не будет, экономики не будет. Поэтому подняться после смотрящих Януковича и ворующих Яценюка невозможно просто так теперь. Теперь нельзя прийти, тебе не дадут, нет кредитной линии, теперь это все. Дайте им 2 года подняться. Потеря бюджета будет 20-21 миллиард. Мы его легко покроем. Послушайте, они больше сейчас получают. Рефинансирование банков было 100 миллиардов. Да если 2 года дали бизнесу работать, уже банки не надо было финансировать. Но украсть же нельзя. Не будешь украсть. НДС эти. Отмените вообще эти НДС. Вы же заводу вот Фрунзе не даете, а у вас полный порядок там с НДСами. Вот такие карманы набиты. Что же мы делаем? Они пришли ведь на чем говорили? НДС не будет. Прозрачный НДС. Бачил эти очи, эти Николы Некралы? Скажите, но все-таки, реформы, как говорится, бывают или быстрые, или эффективные. Все-таки какие-то реформы в Украине идут? Конечно. Ну что, переодели полицию в Киеве. Они в черненьком ходят, симпатяги такие, в шапочках. Приехал президент, министр внутренних дел, премьер-министр, кто еще? Все приехали. Знаете почему? Помните, продавали Криворжсталь? Да. Да. Они все приехали туда продавать Криворожсталь. Сейчас все приехали, Криворожсталь они не смогли продать за год. Они шапочки. Сейчас они попросили японцев поменять Тойоты. Послушайте, это праздник безумия. Какие реформы? Почему? Вы живете со мной в одной системе. Какие реформы? Реформы чего? Одну рожу переставили и поставили новую, которая сидит в этом же кресле, берет такие же налоги, такие же взятки, такие же поборы, только берет больше и наглее, потому что знает, что она не на большой час, и все равно придут люди и выгонят ее. Вот все, что вы получили. Если кто-то в суммах считает, что мы живем в другом обществе после революции, ну пусть он мне это скажет. Пусть мне скажут, что у вас не берут взяток, что у вас честная жизнь настала. А если нет, так нахрена они нам нужны были? Полстраны затопить кровью, уничтожить 1000 людей, построить Януковича систему? Так лучше бы сидел этот урод Янукович, я уже не знаю. Хотя, поверьте мне, я более раздражающего фактора для меня нет. Ну как же такое может быть? Люди опять во что-то поверили. Нам Ющенко обрушил национальное самосознание лет на 15, потому что ему поверили. Потому что были руки, эти Николы Некралы. Да? А сейчас уже и очи не крадут, и уши не крадут. Они не могут вообще, у них ничего, отростков у них нету. Только жиреют сами, и страна уничтожается. Вот и все. Еще раз говорю, если они тупые были бы, бог с ним уже. Вороватые тоже. Но они при этом страну потопили в крови. Уничтожили все, сами раздули то, что не надо было делать. Создали ситуацию. Слушайте, при ком Крым мы отдали? Я все понимаю, Путин опять виноват. И я считаю, что агрессия России в Крыму это вопиющее совершенно то, что произошло. Такого не было за всю историю после Второй мировой войны. Но дальше как было? Донец, Луганск, это же Аваков кричал, 24 часа я вам даю. Я прямо на Шустере ему сказал, зачем вы это делаете? Зачем? А что вы скажете через 24 часа? Вот они и сказали. Поэтому, смотрите, некомпетентность слишком дорого уже начинает обходиться в Украине. Наглость вот эта начинает дорого. Надо, к сожалению, приведут это к радикализму такого уровня, который они сами еще не понимают. Так всегда было. История очень одинаковая. Если люди доведены до точки кипения, и у них не за что жить, и они видят, как эти жиреют, и когда у нас раньше был 5 миллиардеров, потом какой-то средний класс, а потом опять малообеспеченный. Сейчас у нас сотня миллионеров или миллиардеров уже новых, потом никого, и потом нищие люди. Так не бывает. Я хочу вам сказать, что так не бывает. И пусть они об этом хорошо думают. Монетарная политика Нацбанку.
Вот как вы ее оцениваете? Уже на сегодняшний день нам говорят, что мы каждый еще, которому только месяц и которому там 80, уже 2000 гривен он должен какому-то международному валютному фонду. Смотрите, это выбор народа. Это выбор народа. Я говорю уже год, что, смотрите, не просто мы берем кредиты, которые потом дети и внуки наши будут отдавать, а потом будут ваши и дети и внуки работать. Они придут к вам и скажут: дедушка, мама, папа, слушай, ты что наделал? Я не могу построить страну, потому что вы считали, что то, что Яценюк берет кредиты, вас не касается. Вы понимаете, это какое-то... Вот смотрите, есть потрясающий тезис, который сказала Тэтчер. Да? Не бывает государственных денег. Это все деньги налогоплательщиков. Вот как только мы это поймем, у нас будет полный переворот. Читают в газете, ну, полетело, ну, там это, ну, то, ну, что украли, да, ну, что списали. Да нет, это у вас, у каждого из вас. Да что я могу сделать? Слушайте, ну, вы же не знаете, что делать, когда у вас приходят в квартиру грабить? Ну, конечно, знаю. Сопротивляться будете? Естественно. А что же мы не сопротивляемся, вот я ценнику сегодняшнему? Почему мы каждый день слушаем по телевизору миллиарды украденных, а почему мы не чувствуем, что это наш карман? У нас посткоммунистический синдром. Государство это не мое. Помните, все принадлежит тебе. А мне, ну я немножечко стащу тут. Вот, все вокруг колхоза. Правильно, вокруг вот такая же система. Когда нет твоего, почему нет чувства частной собственности? Потому что люди знают, что частная собственность не защищена ничем. У тебя ее могут отнять, отобрать. Вы все же знаете. Нельзя построить дом, что ты был уверен, что тебя его не отберут. Купить участок земли, открыть парикмахерскую, потому что придут смотрящие. Все, вот их рецепты. Что мы они выдумывают себе? Надо там сделать, там ничего не надо. Надо все это открыть 2 года, убрать разрешительную систему к такой матери, вообще убрать. Не разговаривать с ними, хорошие, плохие, вот все, не надо, пусть они лучше. А что они сделают? Они откроют лишние пару заведений. Да пусть их откроют 50 лишних, какая вам разница? То, что вы натворили, хуже народ не сделает. Дать людям налоги, 2 года убрать их, открыть, полностью убрать запретительную систему, вот эту разрешительно-запретительную. Никаких не брать вообще кредитов, кроме одного, поддержать нас за этот год. Все, хай-тек, сельское хозяйство и средний и малый бизнес. Какая проблема с этим? Они что, они умные люди, они тоже все понимают. Воровать где? В этой системе нельзя украсть. Если нет НДСов, если нет кредитов. Если сегодня с бюджета тяжело украсть, кредита лучше. Вот поэтому они нас заводят всех в тупик, чтобы было больше навороваться. Вот почему я говорю, что нельзя их терпеть больше. Вот и все. Когда вас, к нам, к каждому сейчас в дом пришли грабители и грабят наш дом. А то, что мне все время рассказывают про оппозиционный блок, я вам сразу скажу, это не лучший блок на земле. Можно было в 100 раз лучше сделать партийную систему, но другой у меня нету, и ни у кого сейчас нету. Есть вот такое противостояние. Из того, кто противостоит сегодня на рынке, политическом рынке нашей страны, да, для меня оппозиционный блок более органичен, хотя бы по одной причине, определяющей для меня. Они против войны. А я считаю, что война стоит впереди всего, и вы это хорошо чувствуете у себя. Остановить войну, снять кредиты, забрать разрешительную систему, ничего не впиариться по телевизору, спокойно все это сделать, дать спокойно людям подняться. Люди умнее их правителей всегда. И увидите, в какой стране мы заживем ровно через год. Ровно через год. И ничего для этого не надо, никаких умничений, никаких. Говорят же правильно, наверное, кому война, кому мать родная. Ну, у них мать родная. Вы верите в то, что Донбасс вернется Крым? Яценюк обещает в ближайшее время нам вернуть Крым. Смотрите, я вам скажу максимальную правду. Война. Максимальную правду я вам скажу. О Крыме вообще никто не разговаривает вообще. И когда сейчас встречаются западные страны с Путиным, со всеми, вопрос Крыма вообще не поднимается. Крым проигран Украиной начисто. Начисто. Именно по целому ряду вещей, связанных еще и с бездарностью тех, кто занимался в этот лет высшие посты государства. Это вопрос поколений там, и чего-то другого. Теперь с Крымом можно только разговаривать, как, например, создать в Украине райскую жизнь, а в Крыму будут жить в Советском Союзе. И тогда Крым проголосует за вступление в новую Украину. Ну, пусть сначала это сделают. Что касается Донбасса и Луганска, ситуация другая. Там, я часто там общаюсь, бываю, там радикализовались люди очень после того, что смертей, бомбежек гражданских людей. Там обе стороны неплохо зарабатывают на этом конфликте. И с одной и с другой стороны стоят такие всякие подразделения, которые чудесно торгуют всем, начиная от наркотиками и спиртным, и кончая всем. Это великолепный бизнес, миллиардный бизнес. Да? И поэтому в этой войне заинтересовано очень большое количество людей. И мы каждый день слышим, что эти батальоны, оказывается, убивают, грабят там-то. И то же самое делают с другой стороны. Поэтому, знаете, надо убирать людей, заинтересованных в войне, для того, чтобы остановилась война. Вот поэтому я еще раз говорю, оппозиционный блок для меня органичен одним. Он хочет остановить войну. А я считаю, что нет сверхзадачи другой. В воюющей стране
ничего не будет, кроме падения экономики. В воюющей стране ничего не будет, кроме гибели людей. Тем более, это, если это такая война, за которую все люди гибнут, что же вы людей отлавливаете с повестками по всему? Потому что никто, понимаете, никто не хочет идти туда голый, босый воевать за то, чтобы они здесь наживались на этой войне. Поэтому война должна быть остановлена, хотим мы этого или не хотим. Минские соглашения должны быть подписаны по-любому. Сегодня глава Евросоюза прислал Гройсману письмо. Уважаемый господин Гройсман, не забудьте, что особый статус Донбасса должен быть внесен в Конституцию. Они не могут его внести, потому что правят радикалы, которых они боятся. Их 10 человек, но они правят над всем. А если они не внесут, Украина станет парием Европы, мы не получим и там ничего. Вот тупиковая политика этих правителей. Мягко сказал. Вадим Зинович, спасибо вам за разговор. А нашим телеглядачам я нагадую, что у нас в эфире был народный депутат Украины Вадим Рабинович. И вместе мы победим. Нельзя заканчивать на минорной ноте. Мы обязательно победим вместе. Вот, спасибо вам. И вам, да, хорошо.